Да, я записывала видео про дыню. Это следующее видео, где я говорила, что я взвешивала, сколько весит арбуз и дыня. И мне кажется, что я немножко вот здесь... Ой, не сломали. Вот здесь немножко перекрутила вот этот вот стебель сам. К чему эта дынька? Вот это место. В общем-то, немножко надломился и... Мне кажется, что из-за этого он перестал увеличиваться. Или же не от этого. Но он еще и заболел. Видите, пятна такие на листьях. Дыня выглядит намного лучше, чем арбуз. Дыня как-то покрупнее и такая поздоровее, чем арбузик. Ну вот, мне кажется, скоро он готов будет. Потому что усик, смотрите, какой уже становится. Он высыхает немножко. Ну, в общем-то... Я думаю, что через недельку я не дождусь и буду его кушать. Так что всем спасибо за внимание. И... А, кстати, в разрезе, вот сам арбуз, он желтый, да? А в разрезе он должен быть красным. Ну, посмотрим. Я думаю, через неделю-полторы я буду его уже убирать. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, друзья. Пока-пока.